Ря-ру, мои маленькие любители покушать, и в этот раз мы начинаем. Нужно было протестировать бомбы, которые Кирбалята будут использовать в космосе. А о ключах деактивации их почему-то никто не подумал. Вот и пришлось нам с этим человеком их разминировать. Я молчу, ты взрываешься. О, неплохие правила. Очень даже хорошие. Ты открыл мануал? Да. Да. Если ты называешь так инструкцию по убийству тебя, то да. Хорошо, я запускаю миссию по первой бомбе. У нас есть 3 модуля и 3 ошибки. Время 5 минут, то есть через 5 минут я взорвусь. У нас 3 модуля, есть провода, есть буквы, есть кнопка. С чего начать? Кнопки. Давай, кнопка, красная кнопка, написано detonate. А, то есть я должна тобой руководить, да? Да. То есть я босс. По факту, да, ты мне должна говорить, что делать. Найди кнопки, раздел с кнопкой. Хорошо. Кнопка, нашла. Да, у меня красная кнопка, на ней написано detonate. Что мне с ней делать, нажимать или что? 30 секунд уже прошло. Да. Тут есть аборт, есть hold, удержание кнопки. У меня написано detonate. Сейчас, подожди секунду. Читать. Смотрите приложение А для определения индикатора. Смотрите приложение Б для определения батарейки. Если кнопка синяя, нет. Если кнопка белая, нет. Ага. А на кнопке написано hold, нажмите резко. У меня не hold написано, у меня написано detonate. Это удержание, да? У меня написано detonate. Да нету такого. Ладно, я зажал. Синий индикатор. Хорошо. Красная кнопка, синий индикатор. Да, нашла. А на кнопке написано аборт? Нет, детонейт. А, все, нашла синяя полоска у тебя, да? Да. Хорошо, что не две. Отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна 4. Нет, страйк. Я зажал еще раз синий. Синяя полоска или синяя кнопка? Красная кнопка. Синяя полоска? Просто надо было нажать и отпустить. Я методом тыка это установил. Дальше провода. У меня 6 проводов. Желтые провода есть? Желтые провода нет, есть? Нет. Красные провода. 3 красных провода. Желтых вообще нет, да? Вообще нет. Короче, лишь 4. 1, 2, 3, 4. Правильно, дальше. 4 буквы. У тебя есть там, короче, столбцы есть. Там 6 столбцов должно быть у тебя. Клавиатура, да, где? Да, угу. Да. Ты должна найти так. В одном столбце, чтобы сверху вниз шли буквы. Они могут быть идти не по порядку. Перевернутый вопросительный знак. Ищи. Здесь такого нет. Ищи. Да, нашла. А буквы Ж такой с черточкой. Да, звездочка. Нет, инопланетянин держит столб. Господи. Нашла, только это... Да, и буква R. Ну, почти буква R. Она почти как буква R, только как... Не знаю, как тебе объяснить, но она такая черненькая и палочка тоненькая. У нас минута осталась. Поняла, как зеркало, да? И что нужно сделать? Тебе нужно указать, в каком порядке сверху вниз мне нажимать. Сверху вниз. А у тебя есть Йо? Я тебе говорю, какие у меня есть символы. 40 секунд. Хорошо. Нажимай первое зеркало, которое R. Ну. Дальше, которое не Ж, не знак вопроса. Не Ж. Ну инопланетянин. Дальше Ж и знак вопроса. Да, все, мы выиграли, ура! Мы не взорвались. Супер. В смысле не взорвались? Мы спасаем тебя? Я думала, мы все взрываем. Следующий. Так, секция 2. Ну, ты поняла примерно, как это происходить будет. Да. Иногда новая, иногда старая называется. 3 модуля, 3 страйка также. Поехали. Время уже идет. А что у тебя есть? 2 провода, Саймон говорит и все. Кто говорит? Игра Саймон говорит, знаешь, есть 4 кнопочки такие. Сейчас Саймон говорит со мной. Давай начнем с проводов. С проводов начнем. 6 проводов. Ага, сейчас. Есть желтый провод. Сейчас. Угу. Желтый провод. Ага. Сколько? 3? 6 проводов.
желтый. Если желтый провод всего и только один, а белых проводов больше, чем один, режьте четвертый. Четыре. У меня один провод белый. Ви. Да, если... Четвертый режь. А, правильно. Дальше, следующий. Нормально. Шесть проводов нету желтых. Ага. Если желтых проводов нет, и последняя цифра серийного номера нечетная, режьте третий. Погоди, серийный номер. А это не серийный номер, а хуй знает, где серийный... А вот. Последняя цифра нечетная. 8, четная. Ага. Хорошо. Красных проводов нет? Есть, один. Режь четвертый. Вот. Да, правильно. Я всегда у меня режь четвертый. А Саймон говорит, найди. Наверное, четыре таких вот в виде ромбика цвета. Есть красный, синий, желтый, зеленый. Моргает красный. Я еще не нашла, что Саймон говорит. Нет. Оно не так называется. Я тебе говорю, игра играла такую, Саймон говорит. Нет. Так. А, все, нашла. Делай, как я. Да, Саймон говорит. Да. Красный мигает. Какой нажимать? Нет ошибок. Нет ошибок. Дальше. Какой нажимать? Нет ошибок. Нажимать какую? Ошибок нет. Красный. Нажимать красный. Если мигает красный, нажимать красный. А, синий. Нажал, да. Красный, теперь зеленый. А сколько ошибок? Есть ошибки? Нет, ошибок. Красный. Красный с какой загорелся? После красного загорелся зеленый. Желтый. Ошибка. Ошибка? Да. Загорелся ошибка? Да. У нас ошибка? Да. Загорелся зеленый, нет ошибок. Гори сейчас красный, потом зеленый. Чем мне нажимать? Синий? А, синяя ошибка. Ну все, мы взорвались. Смотри. Стой, серийный номер. Надо еще было смотреть на серийный номер. А, ну классно. Ты мне сказал после того, как мы взорвались. Да. Ну я рада, ты взорвался, правда. А бомба была это ядерная? Не знаю. Новая бомба готова? Начинай новую бомбу. Ой, тут, короче, кнопка, провода и лабиринт. Стой. Ты новую кнопку включила? Это где? Новая бомба, да. Давай с проводов начнем. Провода. Бежим в провода. Провода, бегу. Четыре провода. Слышишь, как я бегу? Какие есть? Есть желтый в конце. И два белых есть. Ага. Красных больше, чем один? Нет, красных вообще нет. Последний провод желтый? Да. Режь первый. Правильно. Красных проводов нет? Нет. Кнопка синяя, написано detonate. Нашла. Если на кнопке больше одной батарейки? Сейчас посмотрю. Да, две батарейки есть. Даже четыре. Нажмите резко опустить кнопку. Правильно. И лабиринт еще. Мы уже молодцы. Да. Осталось 3 минуты 49 секунд. Лабиринт. Нашла. Смотри, нашла. Я тебя должен сориентировать по желтым кружочкам, по зеленым кружочкам. У меня нет цветов. Найдите лабиринт с совпадающими круглыми отметками. Да. Смотри, первая отметка находится, если первая цифра это столбец, вторая строка. Столбец это снизу вверх. А да, строка да. Это... Да, вот. Первая находится сейчас... Раз, два, три, четыре, два. На четвертой строке? Второй столбец, четвертая строка. Все, я нашла. Угу. Второй кругляшок находится... Все, не надо, я нашла. А он только один, ты уверена? Их два, но я нашла их карту. Дальше сапёр должен провести белый кружок до красного треугольника в кнопок со стрелками. Нет, а там же еще разные карты есть. Ты второй кружок проверь. Где у тебя второй кружок? Я нашла, тут нет такого больше кружка. Я нашла только, есть только один такой. Хорошо, я нахожусь. Тебе нужно меня до красного треугольника провести, так? Я нахожусь сейчас. Да. Последний столбец, третья строка. Да, тебе надо... А куда тебе надо вывести? А тебе меня нужно привести на четвертый столбец, четвертая строка. Хорошо, иди вверх. А, вверх.
Вверх, влево, влево. Влево, влево. Нельзя влево, вот стена. Я тебе поэтому три раза уточнил. Ты все правильно продумала? Конечно. Хорошо, давай. А ты сейчас на том месте, где я сказала тебе. То есть вверх. Давай еще раз, где ты стоишь? Я стою на раз, так, пятый столбец, вторая строка. Там же находится кружочек. Я стою на кружочке. Ага. Я должна провести белый кружок до красного треугольника. Да. Значит, вправо. Вправо. Вниз. Вниз. Влево. 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 Вниз. Вниз. Ура! Мы разминировали. Ура! Я просто перепутала изначально, где ты стоял. В этот момент я перепутала. Да. А мы разминировали? Да. В этот раз меньше времени. Потом сложнее будут. Готовься. Прикольно. W money. Удвойте свои деньги. 6 модулей. Ага. Желтый, правда, есть? Да. Он один? Два. Красный, правда, есть? Один. Режь четвертый. Правильно. 5 проводов. Последний провод черный? Нет. Красный провод один? Да. Желтых проводов больше? Чем красных, да. Чем один? Ну да, логично. Режь первый. Правильно. Ой, блядь. Кнопки. Кнопки быстрее. Да, давай. Желтая кнопка, написано аборт. Угу. Удержание кнопки. Синий индикатор. Синяя полоска? Да. Синяя полоска. Отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна 4. Правильно. Красная кнопка, написано аборт. Иду. Удержание кнопки. Желтый индикатор. Отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна 5. Правильно. Так, смотри, теперь буквы. Странные символы. Да. Подсвечник, знаешь, иерусалимский. Фонарик? Ну, типа, подсвечник. Ну да, типа, ну, блин, я не знаю, как. Фонарик, да. Подсвечей, да. Сиська, которая смотрит вправо с точкой по центру. Да, поняла. Вот. Буква R такая же, как в прошлый раз. Зеркальце. Да, пусть будет зеркальце. Ага. Z такая переписанная с усиками. Да, нашла. Нет, подожди, не нашла. Да, нашла. Да. Что нажимать? Зеркало. Угу. Нет, неправильно. Ошибка. Стой. Так. Здесь есть сиська. 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 Право смотрит. А. Право смотрит, нашла. Поняла. Подсвечник сначала. Подсвечник. А, зеркало. Зеркало. Не зеркало. Может, мы перепутали зеркало? Ну, R влево смотрит. R влево. Ну, такая R вот влево. Палочка, такая палочка и полукруг у нее рядом с ней. А, тогда я не нашла. Какой еще там был цифра? Кроме подсвечника, кроме R и кроме змейки. Z, сиська справа смотрит. Значит, сиська включай. А потом R, да. Все, дальше. V. Смайлик. Смайлик, какой смайлик? Такой же модуль. Смайлик тут. 40 секунд. А, давай. Смайлик. Какой смайлик? Ну, да, такой, нашла смайлик. Нашла. Инопланетянин. Это кто такой? Инопланетянин держит жезл. Объяснил. Сейчас я пытаюсь. Жезл, инопланетянин, жезл. Еще объясняй. Ну как я по-другому? Треугольник, три палки из него и с рядом столб. Вот, все поняла. Ну мы 5, 3, 2, 1, бом. Я тебя убила.